приоритеты развития здравоохранения района связаны с минимизацией последствий распространения инфекции COVID-19, профилактикой, первичной медицинской помощью, развитием высокотехнологичных видов медицинской помощи, построением электронного здравоохранения. Для решения поставленных задач в районе продолжается эффективная работа по реализации мероприятий по удерживанию распространения коронавирусной инфекции на территории района. Здравоохранение Мозырщины, оно всегда было почетно. Поэтому тот колоссальный труд, который вы сделали, он заслуживает слов благодарности. Поэтому позвольте сначала поблагодарить его за ту работу, которая была проведена. С одной стороны, мы очень переживали за своих родных и близких. С другой стороны, мы не менее переживали за наших пациентов, за жизнь, которую мы несли всю полноту ответственности. И то, что вот этот 21-й год прошел для вашего мозырского здравоохранения очень динамично. То, что за этот год было спасено не только значительное количество людей, но и намечены планы, которые позволят здравоохранению региона развиваться в будущем. Наверное, самый важный и самый показательный результат работы, которую все во главе с вашими руководителями в течение прошедшего 21-го года